временно убирая из рассмотрения те переменные, которые пометил как none. Для этого сохранил под новым именем файл и убираю по очереди все эти переменные. Я оставил только id number, оставил, разумеется, целевую переменную, оставил предикторы, которые являются метрическими, интервальными и псевдоинтервальными, оставил фильтрующую переменную. Это переменная о том, чем человек занимался последние 7 дней. И здесь, собственно, один из вариантов paid work, поскольку удовлетворенность работы, скорее всего, относится все-таки прежде всего именно к оплачиваемой работе, то я предлагаю отобрать только тех респондентов, кто последние 7 дней на момент интервью занимался оплачиваемой работой. Data select cases. Условия заводим. Сортируем. В смысле, делаем отбор. Собственно, люди, которых последние 7 дней была оплачиваемая работа в качестве основного занятия. Ну и так далее. Таких 4000 человек. Теперь требуется проверить предикторы на наполненность. То есть убедиться, что миссингов в предикторах этих немного. Ну, допустим, установим порог, что валидных должно быть там 3800 человек и максимум 500 человек миссинги. Запускаем обязательную статистику по всем предикторам. Пока не трогаю зависимую переменную, фильтрующую переменную тоже убрал из рассмотрения. Так, всего у нас в выборке 4460 человек. Ищем переменные, в которых слишком много миссингов. Все переменные нас устраивают. Самая малонаполненная переменная – это households total net income. Здесь у нас всего 3800 человек и не ответивших, соответственно, порядка 15%, ну, 14,4%. Так мы отобрали предикторы, которые удовлетворяют требованиям линейной регрессии. Линейная регрессия предъявляет требования и к зависимой переменной. Зависимая перемена должна быть в идеале интервальная, как минимум, в идеале нормально распределенная, как минимум симметрично распределенная. Запускаем описательную статистику для этой переменной. В plot ставим галочку, чтобы был выведен